Всем привет, ребят! Здесь вы рады, то, что я снимаю новые видео. Почему же не снимала? Потому что была занята учебой и просто болела. Да. Сейчас я решила снять для вас новое видео, так как у меня есть небольшое время и хочется что-то снять. И сегодня я буду снимать тег. И тег называется «Моя музыкальная ассоциация». Он довольно популярен, и поэтому я тоже решила его снять для вас. Надеюсь, вам понравится. Приступим уже к вопросам. Первый вопрос. Песня, которую вы сверится с детством. Это вот такая песенка. Это песня «Чучело мяучело», «Утро начинается». Я просто очень любила этот мультик, и меня запомнилась эта музыка. Вот, она мне, можно сказать, почти в самом начале в аудиозаписях. Вот. Ну, просто она не ассоциируется с детством. Второй вопрос. Песня, которая напоминает тебя о близком человеке или родственнике. Это вот такая вот песенка. Эта песня ассоциируется у меня с мамой, потому что мы с мамой, когда звучит песня, мы всегда подпеваем. Это, короче, вот эта песня. И она немножко подбесила, потому что это был хит. Ну, вот она. Это песня Кейзи, сорян, если неправильно, песня называется «Headway». Вот. Следующая песня, которая связывает тебя с другом или лучшей подругой. Эта песня ассоциируется с моей подругой. Очень долгая история, правда, очень долгая история. А следующая, от какой песни у тебя мурашки по коже? Песня «Тимати Лебом». Вот, «Закрой глаза скорее». Хоть эта песня уже давно, но все равно она как-то мурашки по коже. Вот. Так вот. Переходим к следующему вопросу. Пятый вопрос. Под какую песню ты чувствуешь себя клёвым? Так, ребята, это песня Gold Nigga Swag, и поет ее Бин и Чики. Ладно. Переходим к следующему вопросу. Уже шестой вопрос звучит так. Какая песня ассоциируется тебя с Новым Годом? И да, это видео будет новогодним, так как я в шапочке. Это песня Taylor Swift Last Christmas. Я думаю, возможно, вы ее знаете. Так, дальше. Какая песня вызывает у тебя улыбку? Вот это ежданчик. Лобовый капкан.
хлам, та сидит низко, корпус по асфальту высекает искры, копы на хвосте, мы в зоне риска. Воу-воу, полегче. Да, почему Тимати Баклажан? Песня называется «Баклажан». Да потому что само название уже вызывает смех. Баклажан. Ну, Баклажан, Баклажанович. Ты меня вызываешь смех. Какая песня идеально похожа для занятий спортом или мотивирует на спорт? Я не знаю, что это было. Сама песня называется «Swag Party номер 2». Ну, если она вас мотивировала на спорт, так же, как и меня, то вы можете пойти в ссылочку в описании на мою страничку ВКонтакте, зайти в мои аудиозаписи, они, кстати, у меня открыты, и она будет у меня сначала по счету, она будет у меня пятой, поэтому можете найти. Наконец-таки, предпоследний вопрос. Какую песню ты часто напеваешь себе под нос? Песня называется «I Really Like You» и поет ее Карла Рэя Джепсон. И последний, наконец-то последний вопрос. Последняя песня, добавленная в плейлист. Это песня Мота и Бьянки. Ну, она называется «Абсолютно все». Ребят, надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, поставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео, и пишите мне внизу в комментариях, что же мне еще снять. Внизу в описании будут ссылочки на все мои социальные сети. Пока!